Рецепт сегодняшнего блюда я нашел вот в этой старинной книге 19 века. Доброе утро! Друзья, сегодня готовлю блан-манже. Это французский десерт от слова блан – белое. Десерт на самом деле очень прост. Он состоит из сливок, варенья различного, только красного цвета, желатина, ванили, ну и соли по вкусу. Итак, для начала я подогрею сливки. Сливки можно брать любого процента, то есть 22%, 33%. Если сливки плотнее, значит желатина понадобится немного меньше. Подготавливаю стручок ванили. Мне достаточно будет четвертинки. Теперь добавлю немного соли и замочу желатин. 2 листика желатина. Каждый лист весит 4 грамма. Мы на дно добавляем варенье. В моем случае это протертая брусника и клубника. Итак, сливки нагреваются. Самое главное правило – не доводите до кипения. Снимаю. Желатин стал мягким. Его можно помещать в хорошо нагретые сливки. Чтобы хорошо растворилось, надо воспользоваться венчиком. Вот. Теперь осталось удалить палочки ванили и все. Заливаем блан-манже в стакан. Посмотрите, вот такая красота и вкуснота получилась у нас сегодня. Обязательно воспользуйтесь рецептом и приготовьте это блюдо. Приятного аппетита!